сегодня томская делегация встречает в аэропорту делегацию из Казани. Приехали СМИ, блогеры казанские. Вот, пожалуйста, мечи тоже своей делегацией встречаются. Александр Сапронов. Кристина. И Русина. Русина. Вы блогеры, журналисты. Как блогеры? Все блогеры. Да. Привет, Томск! У-у-у! Что слышали про Томск? Ну, сказали прям москитные сетки и все остальное. Ну, в общем, у вас красивые наличники, старые деревянные дома, тюрьма. Мы за этим и приехали. Потенциал Томска, как вы видите? Вот в сравнении с другими городами. Надо его сначала посмотреть, я думаю. Пока не могу ответить, зачем казанцу приезжать в Томск. Но я хочу убедиться, что есть то, зачем можно приехать из нашего чудесного города в ваш чудесный город. Поэтому увидим. Добро пожаловать! Этот рейс, да, является субсидируемым, и поэтому билеты на него достаточно приемлемые, поэтому мы надеемся, что действительно сейчас и видим заполняемость, и сегодня, и уже, как вы говорили, на следующей неделе, то есть практически полная заполняемость самолета. Для нас это и задача по развитию нашей инфраструктуры, ну и, соответственно, есть возможность показать прекрасные моменты, и мы надеемся, что это не последнее наше развитие с точки зрения других городов, но и Казань для нас тоже может стать определенным хабом для передвижения и как внутри России, в европейской части, так и для того, чтобы взаимодействовать между инновационными сферами. То есть Казань и Томск достаточно активно работают в инновационной сфере, в сфере IT, и поэтому эти направления для нас тоже очень как бы популярны, что в Казани, что в Томске. К авиакомпании мы системным образом продолжаем развивать прямые перелеты из Томска. Для нас Казань – это третье направление на сегодняшний момент. То есть мы открыли и длительный период времени, уже 2 года, если не ошибаюсь, выполняем полеты из Санкт-Петербурга прямые. Вот. Мы открыли впервые в зимний период рейсы в Сочи. Вот. И мы рассчитываем продолжать эти рейсы на круглогодичной основе. Вот. И, наконец, Казань, пришла очередь Казани. Мы довольны результатами уже первого рейса, скажем так, да. Мы видим, что есть огромный спрос, есть интерес к этому направлению. Вот, собственно, тот результат, который мы видим сейчас, 164 пассажира на первом рейсе из Томска в Казань. Это результат нашей совместной работы на этом рейсе. Какие перспективные направления могут быть еще потенциально? Вы знаете, сложно пока загадывать, из Томска, честно да. вам скажу, да. Вот, мы... Ну, может быть, какие-то планы уже обсуждались? Ну, мы предпочитаем работать по принципу «лучше, меньше, да лучше», скажем так. Да? То есть вот здесь звучал вопрос о том, как сделать так, чтобы это направление было круглогодично. Но это такой челлендж, вызов для нас, скажем так. Да? То есть мы настроены тем, чтобы развивать именно въездной томский туризм. Да? То есть казанский бренд, он всем известен, скажем так. Да? То есть на него турист клюет очень активно. Вот сейчас задача сделать так, чтобы полетели еще из Казани в Томск. Собственно, поэтому мы все и собрались.